Крошка Антошка ТВ представляет. У полицейской машины сегодня будет очень необычное задание. Но для начала соберем полицейскую машину. Вот колеса. Передняя часть машины. Задняя часть. Вот задняя дверь. А это передняя дверь. Крыша и проблесковый маячок. Ну что, полицейскую машину мы собрали. Пора полицейской машине браться за дело. Задание следующее. Полицейская машина должна найти трех своих друзей-машинок. Кажется, первая машинка здесь. Ее тоже нужно собрать. Это легковой автомобиль. Едем дальше. Молодец, полицейская машина. Одну машинку нашла. Кажется, вторую машинку она тоже нашла. Собираем ее. Это машина такси. Уже две машины найдены. Полицейская машина спешит найти третью машинку. Здесь должна быть еще одна машина. И ее нужно собрать. Это внедорожник. И третья машинка найдена. Полицейская машина отлично справилась со своей задачей, а мы ей помогли. Молодцы! Ну что, какой мультик ты будешь смотреть дальше? Выбирай, жми на картинку. Подпишись на наш канал.